Привет из солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина, и Черное море, и Лазаревское, и прекрасное настроение. Ну что, пришли опять выходные, девчонки, и сейчас с утра я уже нажарила котлеточки. Смотрите, сколько много, да? И я куда собираюсь? Собираюсь я сегодня на покраску. Пришло время опять красить корни, девчонки. Значит, я напоминаю, что я там пудру оставила в салоне и оксидант шестерку. И я с вами вместе покупала вот такую красочку Капус 912. Я ее беру с собой. Очень светлый пепельно-перламутровый блонд. Ну и как раз посмотрим, что у нас в этот раз получится. Присоединяйтесь, наливайте кофеечек, чаечек. Поедем в салон красоты. Так, ну что, друзья, я ехала, думала, включусь. Там на серпантине такое море красивое. Сегодня прям все в барашках. Погода вроде еще 17-16, но передают на следующей неделе у нас похолодание. Дождик и 7-8 градусов днем, ночью 3-4. А в итоге не включилась, знаете почему? Потому что подвозила там одну женщину, соседку. Все делаем добрые дела, девочки, не останавливаемся. Сделаем доброе дело, и нам добро придет. Ну что, видите, смотрите, какая там вся зализанная, прилизанная, девочки. Потому что еду наводить красоту. Хотела поблагодарить, девчонки. Огромное вам спасибо. И еще, кто у меня смотрит, скидывайте рецептики на Новый год, салатиков, которые вы любите. Давайте я пропущу. Вот такой ты, господи, 123-й, мы не сомневались даже. А вот, прям подпирает, знаете, такой, не мется ему. Вот, хочу поблагодарить, девчонки, за ваши рецептики. Огромная благодарность вам. Кто-то, девочки, мне... Ага, давайте. Кто-то прям скидывает в WhatsApp даже рецептики. Девочки, спасибо огромнейшее вам. А вот... Ой, какая интересная собака стояла. Я вас пропустил. Давайте на дорогу. Так, ну вот мы с вами едем. Видите, тут справа тоже ВБ. Хочу... У меня еще пока время есть. У меня там кое-что на ВБ пришло. Хочу заехать, получить. Девочки жалуются, что у меня света маловато. Но, девочки, никуда не денешься. И у меня на кухне нету вот подсветки такой под ящиками, да? Я одну сейчас заказала, попробую ее включить. Ну, получу, там проверю, включу, может, поярче как-то будет. Да я как-то привыкла, я вижу, девчонки, все. Ну, конечно, я понимаю, что когда снимать, надо свет. Но у меня и лампа, девочки, есть. И еще я включаю. И наверху у меня свет есть. Но потому что почему-то все равно вот так как-то вот темновато снимается. Ничего не могу сделать, девочки. Потому что я, когда вам снимаю, у меня кухня на первом этаже. И там как-то все равно, наверное, получается темновато. А если бы я снимала вам в квартире и где-нибудь на высоком этаже, там бы, естественно, был бы дневной свет. И вот не зря я вам иногда в машине показываю, что я купила на ВБ, потому что свет яркий и все как бы видно. Вот. А как правило, я нахожусь всегда на кухне, вот, потому что я и работаю на кухне, ну то есть как бы, да, у меня там все и стол, и все там как бы сделано. Вот. Поэтому как-то так, девчонки. Не показывала вам, купила недавно плед покрывала красивый, с сердечками, шикарный. Надо будет как-то вам показать. И постельное белье. Девочки, я сейчас перешла на перкаль. Я не знаю, я что-то сатин подиспортился. Подожди, красавчик, мама едет. А вот... И, в общем, все как-то подиспортилось. Иваново я вообще молчу, честно говоря. А вот. И я вот стала покупать перкаль. И я даже думаю, что я, наверное, все поменяю.
со временем вот все белье, которое у меня есть, на перкаль. Но настолько такой приятный, приятная ткань. А вот, и расцветочки там есть такие симпатичненькие, девчонки. Видите, везде дороги делают, а здесь как было, девчонки, мужчин, так все и осталось. Не понимаю, что они жмутся. Вот на вот этот кусок посредине бы, они бы его сделали бы, да? Вам видно, видите, какой тут беспредел. А за дороги они налог. Будь здоров, с нас берут. Недавно только оплачивала и транспортные, и дорожные, в общем, все налоги платим. Так. Вот, мой любимый Малышевский райончик. И мы с вами сначала подъедем, конечно, на ВБ, а потом уже поедем на покраску. Мне к 12, а время только 12 час. Я выехала пораньше чуть-чуть. Девочки мне просили, говорят, так, что там такое происходит? Где мне встать? Что-то тут непонятно. А там что у нас? А, ну есть там место. Сейчас объеду я этот транспорт. Девочки меня просили прогуляться по колораж. Девочки, чтобы гуляться по тому же колораж, нужно хотя бы 2-3 часа гулять на улице. У меня нет времени столько, девчонки. Так, сейчас тут припаркуемся. Я, видите, я как-то наскоком все в город еду. Когда я еду в одно место, я тут же забегаю в другое место. Сегодня мне надо в магазин еще зайти. Я зайду там в Пятерочку. Так, я паркуюсь, и вот мужчина паркуется, видите? Вот как-то так. Сегодня прям такой сильный день. Ну, ушло 11.
друзья. Я подъехала в салон. Погода тепленькая у нас сегодня, хорошо. Да Винчи. Салон красоты, как всегда. Кстати, девчонки, значит, я взяла только одни штиблеты. Они замшевые. Вот я уже в них. Такие, как нубук. Прямо сделаны. Мягкие-мягкие, девчонки. Смотрите, какие мягенькие. 38 размер. Вторые теплые я не стала брать, потому что они как-то мне впритык. Вот. Значит, жидкость для автомобиля омывающая. Я ее не взяла. Она была там вскрыта и половина вылита. Вот. А все остальное я взяла. Все, идемте в салон. У меня запись. Сейчас на 3 часа релакс теперь будет. Мне девочка делает масочки. Все так приличненько, хорошо. Так, ну что, девочки, вот будем сейчас разводить с моей пудрой. Показываю. И с моим оксидантом. Шестерочка. А, кстати, краска у меня осталась, а я... Ой, я не знала. И еще взяла. Но здесь совсем мало прям. Здесь совсем мало ее. Половина. А у нас половина уходила, не помнишь? А, ну, я еще взяла. Вот, пускай будет тогда на... А, чуть больше половины. Все, я поняла. А это что такое у тебя? Крем-воск. Мужчина до меня стригся. Наверное, его тут маскировали. Так, вот разводим. Сколько на мои волосы получается вот этого порошка? Интересно будет. И мы обязательно, чтобы у меня не горела кожа головы, мажем вот таким маслом Эпика. Вот этим маслом ты мажешь? Да. Обязательно вот таким маслом. С ним у меня не горит кожа. А вот без него это просто, конечно, невыносимо. Мы даже попробовали слизы. Ты помнишь, сколько мне, да, порошка хватает на все, на все корни? Мы сейчас корни делаем, а потом делаем тонировочку. Сколько у меня там порошка выходит? Ну, сейчас 40, но я, честно, с того раза не помню. Что... Не, я не помню. Ну, вот сейчас запомним, сколько конкретно. Вот здесь 40. И оксидант шестерки. Ну, немножко там, я помню, да, как-то вроде. Спасибо. Мне уже тут принесли кофею. Девочки, достала сегодня свой вот этот вот рюкзачок. Помните, всем нравится. Шикарный цвет. Вот я с ним сегодня приехала. Так, возвращаемся к нашей работе. Ну все, Лиза размешивает, я усаживаюсь. Время 10 минут первого. Девочки уже нанесли тонировку полностью на всю длину. Сижу 20 минут. С пудрой сидела 30 минут. Дело близится к завершению. Девочки, я готова. Челку мы сделали вперед, но мы ее подрезать не стали. С моей краской, с пудрой и с оксидантом 2000 рублей. Если без моей краски, да, то выходит 4000 рублей. В общем, я спускаюсь вот на улицу. И
я хочу сейчас зайти в Пятерочку. Мне нужно в Пятерочку еще забежать. Вообще, смотрите, девчонки, на улице цвет шикардос с моей краской. Имейте это в виду. Смотрите, как блестит, да? Блестят волосы, супер. Сейчас забегу в Пятерочку. Мне нужно кое-что купить. Беру корзинку, потому что мне на второй этаж нужно подняться. И посмотрю как раз потом еще овощи и фрукты. Смотрите, сколько конфет, девочки. Вот это рай. Нам бы столько. 80-е годы. 90-е, да? Сколько всего. Вот это, да? Сегодня у меня спорт-день, не только по салонам красоты, еще и по ступенькам. Все везде второй этаж. Яйца. Яйца у меня пока есть. Так, специи. Молоко мне нужно, сыр, хлебушек. Сейчас посмотрю, что я выберу. Возьму вот это молоко. 1,5 литра, 140 рублей. Сыр возьмем вот этот. Ламбер. 100 рублей. 100 рублей сыр. Цена. Так, мои любимые сырки. 3, 4, 5. 5 штук сразу беру. По 55 рублей. Так, я взяла еще майонез и вот такое вот масло. 223 рубля. Маленький такой кусочек, да? Вот так вот, друзья. Так, что у нас тут? Посмотрим. Рыбка. Сейчас еще возьмем рыбку, селедку. Так, сельдь. А, 160 рублей. Вот эту можно взять. Сельдь. По-царски. Атлантика. 240 рублей. Вот это еще вкусная тоже. Матис. В баночке. Ну, я думаю, одной пока хватит. Все, теперь идем на первый этаж. На первом этаже сейчас я посмотрю хлеб и овощи. Так, хлебушек выбираем. Вот этот вот самый вкусный черный хлеб, сибирский зерновой. Берем его 2 штучки. И сейчас посмотрим овощи. Так, помидоры. Помидоры, огурчики. Перчик. 144 вот такие огурцы. 47 это капуста. Помидоры 190 рублей. Вот эти томаты, да? Сейчас выберу. Эти яблоки по 140 рублей. Я взяла 2 упаковки вот таких помидор и 1 упаковочку огурцов. Смотрите, какие маленькие мандаринки. Что там вообще есть, да? По 160 рублей. Грибочки по 150 рублей смотрим. Хурма упакованная. Редиска.
цена не указана. И свекла вареная. Ну, свеклу вареную тоже, кстати, можно взять. Она очень полезная. Это из овощей. Так, дальше. По 80 рублей. Что-то вот какой-то невзрачный салат. Так, еще берем Мираторг мытую морковку. Смотрите, у меня уже корзина полная. Так, ну что, девочки, смотрите, жарко. И я все, челку мы не постригли с ней. Ну ладно, пускай она будет на бок, тоже прекрасно, да? А вот. А, значит, в магазине я потратила около 3000. Чек в багажнике лежит. И сейчас я направляюсь в сторону дома. Так, ну что, у нас сегодня суббота, и я еду, время уже вечернее, я еду в сторону дома, а завтра у нас воскресенье, и мои походы по салонам красоты продолжаются, поэтому влог я не заканчиваю, завтра я еду на маникюрчик, и, естественно, тоже возьму вас с собой. Так, девочки, у меня лилии закончились. Все, выдохлись. Сейчас заеду в цветочную оптовку. Если она открыта, куплю себе еще цветов. Так, вот, сюда поворачиваем. Посмотрим, что там за цветочки в этот раз будут. Лилии, в принципе, красивые. Они простояли долго, дней 10. Так, что у нас здесь? Ага. Вот, видите? Тут машины моют. Отлично, оптовка работает до 19 часов. Вот робот-автомойка, самомойка. Посмотрим, что там интересненького с цветочками. С 8 до 19 часов цветочный, да, домик. Здрасте. Так, посмотрим, что там привезли. Заходим с вами в холодильник. Смотрите, девочки, а я в тот раз не видела вот эти розы. Голубые розы. Боже, какая красота. И синие, и сиреневые появились. Вот, что я хочу. У меня такого еще не было. И малиновые, смотрите, розочки красивые, да? Хризантемы. Поставка у них была как раз. Такая-то что у нас за букетики? Это маленькие розочки у них. Так что сейчас я выберу себе цветочки. Спрошу, сколько стоят сиреневые. Вот это шикардус. Вот это розы, девчонки. Как тут вкусно пахнет. Выбрала себе красавицы шикарные. $2,550. Сейчас покажу. Я сказала, что мне нужно два порошочка Кризала. Он очень хорошо действенен. И долго цветы стоят, не нужно менять воду каждый день. Только обрезать. И обычная простая прозрачная. Такая, смотрите. И бантик мне подобрали. 7 роз. Какая красота, девочки. Дарю вам эти цветочки. Балуйте себя, девчонки. Смотрите, как красиво.
красота. Я обожаю вот этот цвет. Надо мне что-то из одежды подобрать такого сиреневого цвета. Очень красиво, смотрите, да, девчонки, зацените. Девочки, мужчины, я выезжаю с оптовки. И, кстати, мне напомнили, что завтра, ну, сегодня суббота, завтра воскресенье, завтра будет День матери. Я говорю, о, оказывается, я себе купила цветочки на День матери от своих детей, да? Ну, как-то так совпало. Затерянный рай. Ой, какой ты шумный. И на сегодня буду я с вами уже сейчас прощаться, а вернусь в этом же влоге, естественно, завтра, когда я поеду на маникюр. И вообще завтра у нас обещают дождь, не знаю, посмотрим, что там будет за погода, понижение температуры, и записи никто никогда не отменял, все равно ехать на маникюрчик надо, потому что девочки меня знают, да, и поддержат то, что мы за месяц записываемся, чтобы попасть к нашим шикарным мастерам. Так, подожди. Ага. Что-то они на красный, нет, зелененький. Вот пробочка небольшая. Вечером еду, время уже где-то 5 час. Смотрите, немножечко у нас так полысили пальмы. Обратите внимание по сторонам. Вот, и сегодня целый день такой прям ветерочек, туча нагоняет, как говорится. Так что, девочки, это из той серии. Нужно любить себя. Это и салоны красоты, и цветы. И сами делаем себе подарочки. Не ждем никакой подачки, подношения от мужчин. Давайте уже в конце концов будем более самостоятельными в этой жизни. Кто со мной, ставьте лайк, пишите комментарии. Так, ну что, девочки, я уже дома. Значит, налила воды, высыпала вот этот кризал, вот, чтобы воду не менять каждый день. Сейчас хочу разобраться вот с этой лампой, повесить ее. Вот так, сюда. Девочки, я ее повесила вот так, и там был, смотрите, двухсторонний скотч. Но тут еще были какие-то запчасти. Пока, думаю, будет так висеть, посмотрим, не отвалится ли. Она вот так вот рукой проводите, и она выключается. Как вам? Но она небольшая, наверное, 0,6. Надо посмотреть. То есть, видите? Ну и вот эти вот шнуры теперь. Постоянно вот эти шнуры. Вечно куда их девать, не понимаешь вообще. Хоп, все работает. Хоп, ничего не работает. Что, девочки, вам теперь видно? Все видно. Так, моя новая. Помните, я купила маленькую вот такую салатницу. Она у меня в работу пошла. Вот. А пришлось купить побольше. Я поняла, что мне очень маленькая там, поэтому побольше взяла. Что мы с вами будем сейчас делать? А мы будем с вами обрезать розочки. Розочки наши красавицы. Так, девчонки, смотрите, у них даже листики прокрашены. Какая красота. Так, достаем нашу смесь гремучую. Хоп. Я наливаю, комнатная температура, она, видите, до конца не растворяется, но она, когда постоит, растворится, потому что кипятком никаким нельзя. Так, и давайте... Мне что-то не хочется, девочки, из упаковки вынимать. Я вот так сейчас обрежу. У нас с вами 7
розочек. Раз, смотрите, прям сразу туда попало. Вот это у меня меткость. Два, девчонки. Три. Так, четыре. Ой, куда-то улетел не туда. Пять. Ну и какую я не подрезала. Ищем. Какую-то не подрезала, девчонки. Смотрим, вот так вот смотрю, проверяю срезы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все подрезала, получается, да? Все, и ставим в вазочку нашу красивую. Так, девочки, смотрите, вот так вот я делаю юбочкой, раз мы не убираем. Не хочу убирать, пускай будет с бумагой с этой, да, с полиэтиленом, пока постоят так. И вот у нас получается вот такой шикарный букетик, шикардос. Девочки, забыла показать, мне еще подарок подарили. Вот такую вот, видите? Но это нужно... У меня вот только один вход. Ну, допустим, смотрите, мы вот так убираем. Сейчас мы проверим, рабочий он или нет. Это как светильник. Компьютер, например, у вас. Занимаетесь на компьютере, да? Вот, смотрите, хоп. И вот вам, пожалуйста, дополнительный свет. Если вот не видно... Как ночничок еще подарили. Так, ну и что я купила? На 3000 у меня... Ой, девочки, целый пакет. Смотрим. Помидорки. Global Village, если я правильно читаю. Две штуки. Дальше. Молоко. 1,5 литра. Вот теперь, девочки, я не знаю, вот что вот с этими шнурами делать. Вот, представляете, вот как неудобно, да, получается. Вот так вот, девчонки. Каждый день вытираешь пыль, и все равно она откуда-то берется. Как моя мама говорит, космическая пыль. Ладно, не столь важно. Следующее, ламбер. Какая удобная, кстати, смотрите, туда все складываю я. Смотрите, девчонки, видите. Так, дальше. Майонез, перепелиные яйца, как всегда, беру только такой. Масло, конечно, стало просто золотое, девочки. Вот такой кусочек, я даже не помню, раньше по 250 грамм продавали, а сейчас 170. Уменьшается, уменьшается все. Ну и 230, что ли, рублей. Так, дальше. Два вот таких сибирских черных хлебушка. Огурчики. Тоже этой же фирмы Global. Я знаю Globus, а этой фирмы не знаю. Так, дальше берем, смотрим. Свекла вареная. Девочки, сразу вам записываю, сразу убираю в холодильник. Так, яблоки. Яблочки взяла. Тоже вот этой фирмы, девочки, Global. Видите? Интересно, да? Дальше. Мои любимые сырки «Дружба». Кто за них? Ставим лайк. Упаковка 5 штук. Так, второй хлебушек. Ух ты! Смотрите, что ужас с моим. Пока я каталась. Что? Вот что это? Нормально? Вот скажите, девочки, раньше такие букеты классные продавались, да? Капуста это. А сейчас что? Салат этот листовой. Он вообще копейки должен стоить. А он еще какой-то не пойми чего. Что у нас тут осталось? Мытая морковка Мираторг. Мытая морковка. Редиска. Такая неплохая вроде бы. Вот. Дальше. Если у меня нет времени, я беру всегда вареную картошечку. Значит, взяла вот эту селедку, вы видели, да, девчонки? И осталось вот такой вареный картофель. Кстати, с него можно и винегретик сделать. У меня свекла есть, картошечка есть. Ну, вообще, можно отварить, но у меня просто времени нет. Уже вечер, я не обедала. И сейчас мне опять надо работать. Так что надо быстро перекусить и, как говорится, делать дела дальше. Всем доброе утро. Сегодня уже воскресенье.
И сегодня у нас праздник, День мамы. И с утра пораньше мне уже дочурка выслала доставкой цветочки. Смотрите. Подписали открыточку они. Сейчас покажу вам. Любимой мам Сити, я тебя люблю. Вообще шикарно. Вон мои цветы стоят, которые я купила вчера. И хочу всех мамочек поздравить с праздником, с нашим, с Днем Матери. Пожелать нам крепкого здоровья, нам успехов в дальнейшем воспитании и терпении, как говорится, в воспитании наших детишечек любимых. Пускай наши дети приносят нам в жизнь радость, счастье. Вот, никогда не обижают, всегда поддерживают, и мы их всегда поддержим. Вот, так что, девочки, видите, а они еще с росой, потому что я выбегала на улицу, подъезжала машина, у нас дождик сегодня идет. Знаете, немножко такие еще. Я их подрезала. Вот. Так что, девчонки, пускай все мамы в этот день будут счастливы, потому что у нас есть прекрасные, прекрасные наши ангелочки, наши детишечки. Красота, девчонки!